Доска позора. В России предлагают создать реестр злостных неплательщиков алиментов. Соответствующий законопроект правительства страны внесен в Госдуму, сообщает «Парламентская газета». Сейчас взысканием алиментов занимается Федеральная служба судебных приставов. Если постановление приставов должник не исполняет, то его могут привлечь к административной и уголовной ответственности. Как показывает практика, взыскание алиментов часто затягивается и не приводит к должному результату. Чтобы это исправить, разработан законопроект. В его рамках планируют создать общедоступную базу должников. Юрист Ян Чеботарев отмечает, инициатива странная. На самом деле странно подобного рода инициатива. Все-таки в последнее время государство достаточно щепетильно относилось и относится к защите персональных данных граждан. Я не уверен, что законодательная инициатива пройдет. Однако, тем не менее, если такой закон депутаты примут, ну что ж, еще одним странным законом в России станет больше.